Всем привет! Меня зовут Громакина Ярославна, я автор блога «Наши дети.ру». Сегодня у нас очередное занятие, на котором мы поговорим о эмоциях, которые нам мешают торговать. Вообще любые эмоции, они имеют как положительное влияние, так и отрицательное. Сейчас мы рассмотрим несколько таких эмоций. И основная эмоция, наверное, которая мешает все-таки нам совершать сделки – это страх. Ну, вообще, страх – это инстинкт самосохранения. А если мы ничего не будем бояться, то вряд ли мы доживем до 20 лет. Страх торговать. Я боюсь встать на сделку. Хорошо, а где аргументы? Или видим черную свечку, все, надо быстрее продавать. Видим, начала расти маломальски белая свечка, все надо быстрее покупать. Опять-таки, где аргумент? Окрашенные свечи – это все-таки информация о том, что уже прошло. Да, стоило вот дешевле здесь, опустилась цена, тут подороже стало, цена выросла. Надо смотреть весь анализ. То есть на предыдущих занятиях я говорила о техническом анализе, компьютерном и фундаментальном. Не факт, конечно, что когда вы видите там черно окрашенную свечу, вы начали продавать, не факт, что это будет плохая сделка. Нет, конечно. Если вы все правильно проанализировали, еще увидели, что началось падение, конечно, нужно продавать. Как и вообще избежать страха во время совершения торговых сделок? Ну, у вас должна быть определенная торговая стратегия. О том, как ее выработать, мы изучаем на данных уроках. Хорошо, технический анализ вы провели, потом компьютерный анализ, совка. Раньше, когда не было компьютеров и различных программ, трейдеры, они разрисовывали просто горы миллиметровой бумаги, рисовали, чертили, сопоставляли, пытались предположить что-то, придумывали формулы, новые алгоритмы для расчета, чтобы совершить удачную сделку. Сейчас вам всего этого делать не нужно, потому что за вас уже изобрели велосипед. Есть очень много различных программ, с помощью которых вы можете оценить свои шансы, вставать на сделку по продаже или по покупке. Сейчас все за вас делает компьютер. Ну вот, допустим, что там, стохастик, да? Или фракталс, например. Мы берем там, ну, всего два индикатора. Стрелочка пошла вниз, продаем. Стрелочка пошла вверх, покупаем, да? Хотим узнать, кого больше на рынке, продавцов или покупателей. Берем промежуток, который вас интересует. Считаем, сколько там свечек, больше белых или черных. Больше белых, значит, больше покупателей. Больше черных, больше продавцов. Фундаментальный анализ – это нам помогает отслеживать экономический календарь. Когда мы видим новость с тремя восклицательными знаками, мы можем что-то спрогнозировать. Как минимум, ну, вообще, экономический календарь, он же не единственный. Существует много других программ, те же новости через, не знаю, Rambler, Bloomberg, Insider, Twitter. Кстати, в Твиттере тоже много очень хороших новостей. Там есть много людей, у которых большое количество подписчиков. И если вы видите, что люди прислушиваются к данному мнению, да, ставят там репосты, может быть, стоит прислушиваться к этим людям. Это тоже своеобразные новости. Вообще фундаментальный анализ нам нужен пока для страховки. То есть, если мы видим, что выйдет новость в определенный период, то мы можем не вставать на сделку, потому что не знаем, как эта новость повлияет. Либо ну, вставать там с помощью отложенных ордеров. Либо наоборот, до выхода этой новости мы можем закрыть свою сделку там, с минимальным убытком или с минимальной прибылью, да, чтобы подстраховать себя. Страх может запретить закрывать сделку. Ну вот мы видим, значит, поставили мы стоп-лосс и тейк-профиты, наша сделка шла куда нам нужно, например, на покупку мы поставили. Цена росла, чуть-чуть до вашего тейк-профита не доросла и пошла резко падать.
Ну, как мы же видим, вот она только что почти закрылась с минусом, вот тут уже мы в убытке. И начала так падать, и приближается потихонечку к стоп-лоссу. Ну, как вот, вот же была прибыль. Ну, давайте стоп-лосс чуть-чуть оттянем ниже. Ну, оттянули мы его еще ниже. Уже, если мы не оттянули, он бы уже закрылся по стоп-лоссу. А он все спускается. Мы думаем, ну, как так? Ну, уже не может этого быть. Сейчас она вернется обратно и до тейк-профита. Идем, пускаем еще ниже. Вот это вообще самая неправильная тактика. Вы должны думать, чем вы рискуете и ради чего. Если вы хотели заработать $10, а сейчас уже оттянули ценник на потерю 500 там, долларов, допустим, ну, оно того не стоит, да? 10 заработанных долларов не стоит 5 сотен потерянных долларов. И вообще стоп-лосс не должен превышать 10% от всего вашего бюджета. Ну, если у вас $100, максимум, что вы можете потерять, это $10. Ну, никак не больше. Не нужно это оттягивать, этот страх опять потерять деньги. Он может, наоборот, сыграть так. Ну, плюс еще жадность, тоже такая эмоция, что вы можете потерять практически все. Ну, считается, что 2 тейк-профита должны перекрывать 1 стоп-лосс, да? Ну, или как минимум, чтобы вы уходили в ноль. Сейчас даже в средних общеобразовательных школах предлагаются вести уроки финансовой грамотности. Кстати, давно пора. Очень много чему нас учат, потому что было бы не особо, но может быть нужно. А вот именно финансовая грамотность позволила бы людям уже зарабатывать, скажем так, может быть, даже с ранних лет. Еще такая интересная эмоция – надежда, да? Очень красивое имя – надежда. Но вот такая эмоция для торговли на Форексе, она нам будет только мешать. Ну что значит надежда? В повседневной жизни. Мы сидим и думаем. Я надеюсь, что государство увеличит бюджетникам зарплату. Я работаю в бюджетной сфере. Вот сижу и надеюсь. Увеличивает оно, ну там. На 3 копейки увеличивает зарплату, на 5 рублей поднимается цена за продукты, да? Я надеюсь, что моя сделка никогда не уйдет в глубокий минус, поэтому я не ставлю стоп-лосс. Да? Это тоже неправильно. После выхода определенных новостей, смены власти и прочее, может быть такое падение цены, или наоборот такой взлет ее, что на части вы потеряете вообще все, не имея стоп-лосса. Это тоже неправильно. Ну, жадность. Жадность, с одной стороны, тоже плохо, как я говорила. А с другой стороны, хорошо. Допустим, если вы сидите и мониторите свою сделку, и у вас, допустим, сделка растет ваш доход, вы можете тейк-профит ставить все выше, 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 или сами закрыть сделку с максимальной прибылью. Еще есть такой инструмент, это автоматическая торговля. Здесь вообще нет никаких эмоций, за вас работает машина, вы только вложили определенные инвестиции, и все. Но здесь нужны уже не маленькие депозиты. Маленькие депозиты в нашей системе это до 15 тысяч долларов, это маленькие депозиты. Более 15 тысяч, пожалуйста, если у вас есть такие деньги, вы можете включить автоматическую торговлю. Еще раз вам напоминаю, что вы должны помнить, чем вы рискуете и ради чего. Ну и как всегда, я вам дам домашнее задание. Домашнее задание сегодня будет у нас очень интересное. Мы попытаемся контролировать наши эмоции, такие как страх и жадность. Да? Не совсем обычное для Форекса, потому что на Форексе мы пытаемся зарабатывать. Итак, ваше домашнее задание. Вы должны открыть демо-счет с депозитом на $200 000. После того, как вы откроете счет, вы должны постараться эти деньги все уйти. Чтобы они у вас ушли в ноль. То есть вы должны все потерять. Заключайте как можно больше сделок. Нет, ну не нужно там уровень поднимать очень большой. Торгуем, как обычно. Как обычно, со стоп-лоссами, тейк-профитами, да. Тейк-профит, ну там сколько, 10 пунктов, допустим, стоп-лосс там 30 или 40 пунктов ставим от начальной цены. Открываем как можно больше валютных пар. Не только евро-доллар, но и все остальные пары. И торгуем. Попробуйте поторговать в течение, не знаю, недели. И слить все эти деньги. А потом скажете, какой у вас был результат. С вами была Громакина Ярославна, блог наш лети.ру. Пока!